Принцесса, иду. Сяванзы, я здесь, чтобы дать тебе это. Спасибо. Заходи. Хорошо. Я их принесла из поместья Мэй. Подумала, возможно, они тебе понравятся. Ты такая внимательная. Ну как, наслаждаешься жизнью госпожи? Было слишком скучно, слишком много вещей, которые я не могла делать. Должна была всегда помнить о своем поведении, не могла даже наслаждаться едой. На самом деле, быть госпожой не так уж и сложно. Чтобы быть госпожой, нужно быть разборчивой. Разборчивой? Это означает, что ты не хочешь делать то или это, или тебе не нравится то одно, то другое. Это все? Получается, я была слишком небрежной. Бао сказал мне, что Мэй Ши Цин известен своим дурным характером. Это правда? Конечно, правда. Он холоден, как рыба. Он человек с мертвыми глазами. Тебе будет страшно, когда он посмотрит на тебя. Он сможет заморозить тебя своим холодным взглядом даже летом. Самое ужасное — это его слова. Он никогда тебя не отпустит, его слова такие подлые. А больше раздражает то, что он всегда ко мне придирается. Заставляет заниматься каллиграфией. Он псих. Тогда почему ты его любишь? Я понятия не имею. Но в самом начале он действительно был таким, как я сказала. Когда мы какое-то время были вместе, я поняла, что у него нежное сердце. Но он настаивал на том, чтобы притворяться холодным. Это немного мило. Поэтому вы двое должны быть вместе. Ладно, не будем только обо мне. Расскажи о своем Бао. Он человек несдержанный и нечистоплотный. Он ест пищу, упавшую на землю. Разве это проблема? Я тоже так делаю. Более того, он большой хвостун. Подводя итог, ему всегда нужно быть дисциплинированным. Тогда почему ты его любишь? Верно. За что я его люблю? Возможно, тебе не нужен повод, чтобы любить кого-то. Может, такова любовь? В любом случае, мне очень нравится, когда я с ним. Возможно, это любовь. Будучи леди, нужно быть разборчивой. Ты не хочешь есть то или другое? Принцесса, господин, все блюда готовы. Мне эта выпечка не нравится. Замени. Почему тебе не нравится? Не нравится ее форма. Какая? Это круглая форма. Она прилипает к моим ногтям. Кушать неудобно. Что такое? Ничего. Цяо Юнь, замени это. Хорошо. И это. Хорошо. Выпей вино из османтуса. Я заварил его сам. Что? Чашка тоже нехорошая. А что с ней не так? Мы должны использовать нефритовую чашку. Правильно. Хорошее вино заслуживает хороших чашек. Просто нефритовые чашки сегодня подходят к моей одежде. Да что с ней не так? Раньше она не была такой. Что ты бормочешь? Ничего. Я сказал, что пойду в ресторан Руи. Оставайся дома. Я пойду с тобой. Я с тобой. Тебе не нужно идти туда. Подожди. Ты на меня злишься?
Я не хотела этого делать. Я хотела больше быть похожей на леди, чтобы меня не раскусили другие. Принцесса научила тебя этому? Просто будь собой. Кстати, ты собираешься туда, потому что у тебя есть новости? Перед смертью Тао Цзюджен сказал, что моя мама умерла, потому что отец уничтожил картель Солтера. Поэтому я сказала Роу разобраться с этим. Тогда тебе нужно идти. Давай. Давай съедим что-нибудь вкусное. А Роу, как идут дела? Господин, некоторые люди из картеля Солтера оккупировали на время город. В период расцвета даже правительство опасалось. Их лидера звали Ли Тин Лун. Он был сильнее, чем нынешний картель Солтера. Он оккупировал город долгое время, словно король. Их боялся даже форт Зеленого Дракона. Затем здесь разместился генерал Мэй и начал их уничтожать. Ли Тин Лун был ранен в бою и вскоре умер. С того времени картель Солтера так и не восстановился. Ты узнала про отношения между Ли Тин Луном и фортом Зеленого Дракона? Все-таки это случилось очень давно. Я все еще работаю над этим. Почему не спросишь своего отца? Разве его там не было? А его? Разве ты не знаешь его нрава? Боюсь, он надерет мне задницу. А ты попытайся. Он отказывался сказать тебе раньше, но теперь ваши отношения не такие напряженные. Может, он расскажет тебе. Я попробую. Кстати, мне нужно сообщить еще кое-что важное. Как вы и приказали, я поставила наших людей в магазины картеля Солтера. Недавно они нашли ключ к разгадке. Какой ключ? Они обнаружили, что немалая часть дохода была тайно переведена в магазин под названием «Процветание». Их штаб-квартира находится в столице. Их хозяин — Дон Даман. О? Разве это не кондитерская? В таком случае, продажа кондитерских изделий — просто маскировка. На самом деле он продает трофеи. Я поняла. Это называется ложная реклама, верно? Поскольку незаконные деньги переправляют в свой магазин в столице, это значит, есть люди в столице, стоящие за картелем Солтера. Этот Дон Даман... За этим стоит не он. Мы ничего не знаем о том, кто стоит за ним и насколько он силен. Поэтому нам следует быть осторожнее. Это опасно. Папа. Привет, Шицин. Что случилось? Ты никогда не виделся со мной не по делу? Только не говори, что пришел поболтать. Скажи мне, какая связь между смертью мамы и истреблением картеля Солтера? Это было более 10 лет назад. Я не хочу об этом говорить. Папа! Папа, ради мамы, можешь сказать мне правду? Десять лет назад картель Солтера совершил все виды преступлений. Я был молод и опрометчив. Поэтому обратился в суд, чтобы уничтожить его. Я знал, что Ли Тин Лун и его босс был безжалостен. Поэтому я отправил тебя и твою маму на удаленную виллу перед боем. Но информация просочилась. К счастью, хотя бы ты выжил. Но твоя мама... Она
была убита. Прошло много лет. Но я все еще не могу это отпустить. Мне жаль твою маму. И жаль тебя. Я плохой отец. Значит, он не знает, что тот, кто убил маму, все еще на свободе. Рассказать ему сейчас, ему станет только хуже. Сету, как дела? А? Я все еще жду голову Мэйши Цина. Это моя вина. Но я могу объяснить. Кое-что случилось в моем скромном форте. Я слышал, твой приемный сын украл твою женщину. Это слухи. Я не женился на ней, так что она не моя женщина. В любом случае, клянусь, я разорву его на кусочки. Это твое дело, не мое. Я хочу лишь знать дату смерти Мэйши Цина. Расслабься. Я выяснил, что он всегда ходит в ресторан Руи. Я устрою ловушку, чтобы уничтожить его. Мэйши Цин силен. У тебя есть кто-то, кто может убить его? Этот человек боролся с ним ранее. Он хорошо знает Мэй. Не подведи меня снова. Я приготовил для вас хога. Вам нравится? Конечно! Мы бы не стали бандитами, если бы знали, что еда здесь такая замечательная. Ладно, хватит болтать. Давайте есть. Отлично. Хорошо. Дядя Хэ? Хорошо. Спасибо. Вот. Давайте поедим. Положите эти в теле. И вот, эти овощи. Вот эти. Вот этот. Я хочу это. Хорошо. Господин, мы снова спросили сумасшедшего Чена, но не продвинулись. Поспрашивайте еще. Вот это. Я хочу это. Вкусно. Ешьте больше овощей. Ешь больше. Наполни. Давай еще выпьем. Это правда вкусно. Убейте их. Нанбатиан послал тебя. Умерла моя мама. Отвечай! Скоро кое-кто скажет тебе.
Шицин! Шицин! Господин Шицин, как ты себя чувствуешь? Что случилось с твоими глазами? Сэхэн, вернемся и пойдем к врачу. Скорее идите, я справлюсь. Спасибо. Скорее. Какой бардак. Господин, врач остановил кровотечение. Сейчас его состояние стабильное. Но его глаза сильно повреждены. Боюсь. Эти шарлатаны. Они бесполезны в решающий момент. Похоже, на этот раз он действительно ослеп. Еще одно слово, и ты будешь заперт в сарае. Господин, почему бы нам не вернуться? Чтобы Шицин хорошо отдохнул. Я постараюсь ему помочь. Найду для него хороших врачей. Не принимайте близко к сердцу. Идите. Мне нужно поговорить с Шицином. Хорошо. Давай. Что именно произошло? Как ты получил травму? Как ты можешь улыбаться в это время? Это сделали люди из форта Зеленого Дракона? Да. Шицин, я не читаю тебе лекции. Ты уже женился на принцессе. Ты должен бороться за свое будущее, а не бороться с теми отчаянными бандитами. Посмотри на себя сейчас. От них страдают люди. Их нужно наказать. Более того, они связаны с людьми, убившими мою маму. Я не отпущу их. Разве я не говорил тебе, что ее убили люди из картеля Солтера? Я их уничтожил. Ли Тянлун, их босс, был обезглавлен мной. Тебя обманывали 10 лет. Я нашел разгадку. Тот, кто убил мою маму, все еще на свободе. И он связан с фортом Зеленого Дракона. Картель Солтера был разрушен 10 лет назад, но теперь он восстановился. Разве ты не видишь этого? Я слепой, но не глупый. Ты дурак. Ты не послушаешь меня? Я генерал провинции Цин. Как я могу не знать, что здесь происходит? Отец, это правда. Отец, мы видели людей, которые перевозили контрабанду. Это правда. Принцесса, тебе не нужно говорить за него. Этот парень был непослушным с детства. Папа, я не могу ничего сделать. Если ты закроешь на это глаза. Я слепой? Это ты слепой, дурак! Принцесса, позаботься о нем. Я поищу хороших врачей. В любом случае. Глаза этого дурака надо вылечить. Я не буду признателен за это. Хочешь меня разозлить? Я метаю бисер перед свиньями. Так и рационально. Шицин, сначала вылечи глаза. Генерал Мэй будет доверять тебе, когда поймает Ситулина и его людей. Ну же, дядя Хэ, не могли бы вы перестать ходить? Я хожу? Для кого я шагаю? Это я виноват. Нанбатиан послал их убить нас. Поэтому Шицин пострадал. Интересно, насколько серьезны его травмы? Ван Цзи! Что, если мой Шицин ослепнет? Дядя Хэ, если хотите, я схожу к нему домой, чтобы увидеть его. Хорошо, Бао, пошли. Ван Цзи! Как он? Сяо Ванзы, расскажи нам все. Мы попробуем разобраться вместе. Приходило много врачей. Они сказали, что глаза Шицина невозможно вылечить. Принцесса,
Что мне делать? Шицин не должен ослепнуть. Слепой? Я знаю слепого врача. Может, он сможет помочь Шицину? Да, отлично. Слепой доктор великолепен. Подождите, дядя Хэ. Слепой доктор? Слепой? Он слепой. Точно. Как слепой может вылечить слепоту? Он специалист по глазным болезням. Он уехал в столицу лечить болезни и обидел кого-то из знати. Поэтому его ослепили. Потом он сильно изменился и стал странным. Я слышала, что он приехал сюда. Но теперь он затворник и больше не лечит болезни. Я найду его. Я должна позволить ему вылечить Шицина. Ван Цзы, я пойду с тобой. Дядя Хэ, этот человек вспыльчивый. Думаю, его расстроит, если будет много людей. Но... Лучше, если Ван Цзы пойдет туда одна. Я сделаю это сама. Ван Цзы, будь осторожна. Есть кто-нибудь? Есть кто-нибудь дома? Кто ты? Вы слепой доктор. Нет, никогда о нем не слышал. Я спрашивала о вас. Вы приехали из столицы, верно? Поэтому должна знать, я больше не лечу людей. Я умоляю вас вылечить молодого генерала Мэй из армии Мэй. Он ослеп в драке с бандитами. Даже император приходил сюда. Я не буду лечить его. А вы когда-нибудь слышали о ночном герое? Вы не поможете такому хорошему человеку, как он? Никогда. Отлично. Не распинайся. Уходи. Я не уйду. Если вы откажете мне, я стану здесь, пока вы не согласитесь помочь мне. Все равно. Только не нарушай мой покой. Пусти! Я не позволю вам уйти, пока не умру. Отлично. Раз ты хочешь спасти этого человека ценой своей жизни, мне нужно увидеть, насколько ты искренна. У меня здесь яд.
Это убьет тебя, если ты его выпьешь. Выпей это, и я помогу тебе вылечить глаза молодого генерала. Вы должны сдержать свое слово. Если вы не сможете его вылечить, мой призрак будет преследовать вас. Папа, прости меня. За твою любовь я отплачу тебе в следующей жизни. Награда? Ты получишь ее. Я готова умереть ради того, чтобы вылечить Шицина. Я выпила. Теперь вы спасете его. Интересно. Очень интересно. Ты единственная, кто захотела выпить его за эти годы. Отлично. Я пойду с тобой. Я хотела бы узнать, сколько времени у меня еще есть? Смогу ли я увидеться с мужем и папой еще раз? Ты идешь или нет? Ты никого не увидишь, если останешься здесь. Ты стояла на коленях целую ночь, поэтому я дал тебе тоник, который я сделал для себя за эти годы. Тебе повезло. А? Ты идешь или нет? Я иду. Иду. Отец, я не вернулась вчера, потому что ходила за этим врачом. Он может вылечить глаза Шицина. А? Шиюань. Он слепой. Принцесса. Почему бы ему сначала не вылечить свои глаза? Не суди книгу по обложке. Результат все докажет. Принцесса. Хотя это ужасная ситуация, но нам нужно сохранять спокойствие. Посмотрите. Что он за врач? Какой-то дворянин ослепил его, но он по-прежнему хороший врач. Почему дворянин ослепил его, если он действительно был так хорош? Уверена, он хвастался своими навыками и испортил кому-то глаза. Поэтому в наказание он был ослеплен. Принцесса, вы слишком молоды, вы мало знаете, вас легко обмануть. Отец, позвольте ему попробовать, хорошо? Принцесса, я понимаю твои чувства. Отдохни. Оставь этого человека мне. Отец, вы мне тоже не верите? Принцесса, послушайте своего отца. Пусть он вылечит меня. Он хороший человек, потому что он врач. Шицин, мы ничего о нем не знаем. Что если... Все нормально. Я верю в него. Отлично. Тогда пусть попробует. Спасибо, отец. Идемте. Доктор, что насчет глаз моего сына? Цао Юнь.
Сходи за лекарствами. Сэхэн, дай ему денег и отправь его домой. Да. Да, это мне. Я думал, это будут эликсиры, а здесь обычные нормальные травы. Ты сказал, что ненормальные, потому что не представляешь, насколько они эффективны. Обидно, что этот молодой господин слепее меня. Вы, остановись! Папа, этот рецепт! Цяо Юнь, иди за травами. Мама! Принцесса сказала мне найти того доктора. Уверена, все будет хорошо. Если он не сможет вылечить твои глаза, мы найдем других врачей. Твои глаза должны быть вылечены. Знаешь, как я беспокоился за тебя? Я хотел пойти искать тебя, если бы ты вернулась позже. Прости. Если я соберусь что-то делать, я обсужу это с тобой, хорошо?越伤孤心，越伤。